Здравствуйте, с вами Дара. Сейчас я вас ознакомлю с лекарственными свойствами клевера красного. Для этого я использую материалы книги Алексея Петровича Попова, которая называется «Лекарственные растения в народной медицине». Книга издана в 1969 году. Клевер красный, семейство бобовых. С лечебной целью используются цветки растения. Клевер красный – растение, культивируемое как кормовая трава. Часто встречается в диком виде, который почти не отличается от культурного. Оба растения в медицинском отношении равноценны. Отличительной особенностью клевера является то, что листья у него тройные, с тремя, редко с пятью, девятью листочками. Продолговато-овальные, расположены наверху длинного и тонкого стебля, на ночь складываются. Цветки имеют вид крупных красных шаровидных головок, с листовидными обвертками под ними. Химические свойства клевера изучены мало, однако в свежих цветущих растениях выявлен витамин С. В народной медицине отвар из высушенных соцветий клевера употребляют при легочных заболеваниях, лихорадке и простуде, хроническом ревматизме, малокровии и похудении. Отчасти этот препарат употребляется как мочегонное, а наружно как припарка при нарывах и ожогах. Способ применения. Отвар 20 грамм на 200 миллиграмм воды или чай по 2-3 столовых ложки или по полстакана 3 раза в день. Лекарственные травы и растения вы можете купить в нашем магазине. Ссылку смотрите в описании.